Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. О личной жизни шоумена до встречи с Аллой Пугачевой известно не так много. Максим Галкин и Алла Пугачева являются одной из самых прочных звездных пар. Прославленные супруги женаты уже 10 лет, но их любовные отношения начались еще в 2001 году. Бурную личную жизнь примадонны до встречи с шоуменом обсуждали многие годы. Однако про прошлое романа ее супруга известно мало, многие поклонники даже не слышали о других возлюбленных Галкина. Первые любовные отношения юмориста начались задолго до его популярности. В школьные годы комик встречался с одноклассницей Юлией Бусиль. Девушка была без ума и от Галкина, и от его чувства юмора, которое он демонстрировал прямо на уроках. Однако вместе с выпускным закончились не только посиделки возлюбленных за одной партой, но и их роман. Пути Максима и Юлии разошлись. Об этих отношениях супруга Аллы Борисовны стало известно только спустя долгие годы. В 2001 году 25-летний комик появился на церемонии вручения премии ТЭФИ вместе с дамой. Позже снимки, где шоумен идет с ведущей Анастасией Чернобровиной, держась за руки, привлекли внимание общественности. Несмотря на то, что звезды не появлялись, не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!